Добрый вечер. Вновь желает вам программа «Вечерняя игра». Вы по-прежнему смотрите телеканал ТНВ. И здесь Ли Сергеева. Петр Нежинский. Мучительно вспоминал я. Да, да, добрый вечер. Будем играть, будем общаться и даже пить чай. Да, точно. Играть и общаться мы сегодня будем с заслуженным художником России, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, доцентом графического факультета Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Григорием Единовым. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый Здравствуйте. Вечер. Любите ли вы домино? Так как любим его мы. По воле службы. Ну, в принципе, люблю. Очень графическая, кстати, игра, обратите внимание, да? Черные кости, белые точечки. И это любимая игра, кстати, моего внука маленького. Так, шансов у нас сегодня нет. То есть вы практикуете постоянно, я так понимаю? Да, он меня тренирует. Ну что ж, сегодня, похоже, тренировать нас будете вы. Так. Так, у кого есть? Дубль, насколько я помню. Я вот не особо игрок, конечно, в домино. Сначала пусто-пусто, 1-1. Да-да-1. Так, у кого есть пусто-пусто, 1-1 и так далее? Звучит как песня, кстати. Пусто-пусто, 1-1. Вечер-вечер, хоккей не удался. Нет. 1-1. Пожалуй. У меня есть троечки. Ну, тогда я начинаю. 2-2. Так. Хорошо. 2-2. Не надо подсматривать. Так смысл-то все равно. Вот так будем выстраивать, что ли? Так, тогда давайте так будем выстраивать. Мы, когда готовились к этой программе, поняли, что человек вы очень упорный, возможно, даже упрямый, потому как 9 раз поступали в институт и на 9 или на 10 поступили? На 9. На 9? С чем связано такое, даже не знаю, невезение это можно назвать? Упорство. Упорство-то как раз-таки связано с тем, что не брали с первого, со второго и так далее разов. 5-й графа, и я поступал в те времена, когда очень нехорошие отношения были с одной ближневосточной страной. И в конце концов мне сказали, что мы кадры для Израиля не готовим. Это на 9-й раз. Ну и все. Я к этому времени был уже женат. Сын маленький был. Я как бы положил конец своим мечтаниям о высшем образовании в Москве. И тут мне предложили из Чебоксар. То есть там художественно-графический факультет, о котором я даже как-то и не думал. И предложили поступать туда. Я так подумал, что я смогу совмещать и с работой, и с семьей, и тем более Чебоксары рядом. Вот. И 6 лет я там проучился. И для меня это очень яркая страница моей биографии, потому что я встретил потрясающих педагогов, с которыми дружу до сих пор. И слава Богу, что они живы, и дай Бог и дальнейшей им жизни, и творчества. Таким образом вот получилось, что как бы на 9-й раз я все-таки закончил образование свое в Чебоксарах. Ну, я доволен. Я мог в это же самое время заниматься творчеством, мог работать, мог как-то быть семьей и одновременно рядышком, можно сказать, обучаться. Все срослось, как говорится, как нельзя лучше. Любопытно о себе говорите, что вы рабочая лошадка полиграфии. Да, ну, у меня вся жизнь, в принципе, связана с книгой, с всевозможной печатной продукцией. Больше 20 лет я проработал в книжном издательстве, оформил очень много книг. И до сих пор продолжаю это дело. Ну, для меня книга – это святое, конечно. Именно бумажная книга. Я никак не могу читать с экрана, не люблю. Я все-таки отношусь к книге как к материальному предмету, предмету материальной культуры. Потому что вся, вот, ну, можно сказать, в нынешнем виде книга, которая где-то 1500 лет имеет, и она со временем стала действительно отшлифованным, отграненным
вообще, можно сказать, идеальным предметом культуры, который можно держать в руках, можно любоваться, можно его и читать, и можно рассматривать, и можно все что угодно с этим предметом делать. Все что угодно можно под диван подложить, чтобы он не качался. Тогда это уже не предмет искусства. А перед тем, как начать оформлять книгу, вам обязательно ее прочесть? Или вам ставят задачу? Нет, конечно. Обязательно вникнуть, прочувствовать. Вдохновляетесь? Ну, конечно. Иначе, я, наверное, можно сравнить, наверное, так же, как что-то искать в темной комнате, да? Если тебе скажут, что надо что-то найти. Да, если еще нет этого. Но, тем не менее, всегда же интересно. Вот у меня по жизни было, что я был оформителем самых первых книг, как бы ранее запрещенных, впервые издаваемых в Казани. Да, это Набоковская «Лолита», это булгаковские «Собачье сердце», «Мастер Маргарита», «Белая гвардия». То есть те книги, которые раньше были, ну, под каким-то негласным, можно сказать, запретом. И мне было самому интересно это прочитать сначала, да? Вот. А когда читаешь, естественно, возникают уже какие-то образы, да, какие-то символы, которые ты можешь поместить и на обложку, и в иллюстрациях. Но без этого никак нельзя, надо читать, конечно. Те книги, которые... Очень много книг я сделал татарских авторов. Ну, там мне какие-то подсрочники, если стихи. Если большие произведения, то автор обычно рассказывал о чем. А есть какая-то книга-мечта, которую вот хотелось бы оформить, но пока не довелось? О, интересный вопрос. Ну, там, понимаете, как для меня каждая книга мечта. Вот я получаю, допустим, оформление книгу, и если эта книга не коммерческая, если не какая-то там графоманская, если не какая-то там непонятно что, я влюбляюсь, загораюсь, и это становится моей мечтой на тот период, когда я работаю над этой книгой. Я просто могу сказать, как пример привести, одна из последних книг моих, это книга стихов Ольги Левадной. Я ей сделал 5 книг, и последняя, 5-я книга, я для нее сделал около 60 иллюстраций, композиций. Это фотографии, переведенные в коллаж и обработанные на компьютере, и в итоге получается такая довольно-таки сложная компьютерная графика. И я где-то 2 года, наверное, я ходил, фотографировал по сюжетам, по этим. Я еще какие-то фотографии набирал. Вот помог мне Фарид Губаев, замечательный фотограф. И вот я эти иллюстрации, я буквально жил ими. И получилась книжка, в которой 60 стихотворений и 60 иллюстраций. И книжка уникальная в том плане, что она отпечатана вообще в одну краску. У нас же четверокрасочная печать, а это отпечатано в одну краску. И, тем не менее, книга завоевала уже разные дипломы, то есть, возможно, конкурсы книги. Она такая стильная получилась. Вот я в нее влюблен был. Интересно, интересно. Мы сейчас тоже немножко отпечатаемся тут. Стильная минутка? Стильная минутка рекламных слоганов. Прямо сейчас на ТНТ. Как удачно. Живопись, графика. Пока вы смотрели рекламу, мы играли. Да, потому что это программа «Вечерняя игра». Продолжается наша битва в домино. Побоище. Битва гигантов. Да, да, да. Монохромных гигантов. Вы же стояли у истоков не только тех книг, которые ранее были запрещены, но и у истоков дизайна, когда в России такого слова-то еще никто и не знал. Тяжело было продвигать искусство в массы? Нет, я хочу сказать, что вообще дизайн в России, он имеет глубочайшие корни, глубочайшую историю. Вот Лисицкий, естественно, у всех, наверное, на слуху, Татлин, это величайшие дизайнеры. Один из величайших дизайнеров Родченко, который, кстати, заканчивал Казанскую художественную школу.
И сейчас вот проходит его выставка в Хазине, в галерее. Это замечательный фотограф, дизайнер. Ну, моя скромная персона только как-то продолжила. Наверное, продолжила, наверное, неплохо, потому что меня приглашали делать работы дизайнерские и для зарубежа. То есть мне пришлось и для Англии, и для Австрии делать фирменные какие-то стили, логотипы. Ну, почти единственную из провинции, можно сказать, меня пригласили для разработки герба российского. Да. Вот это очень интересная история. А что то было на вашем гербе изображено? А это, знаете, 90-й год, СССР, КПСС, естественно, никаких двуглавых орлов. И меня приглашают в группу московских и ленинградских художников для разработки нового российского герба. Я покаюсь, я серьезно к этому не отнесся, потому что у меня на руках была книга «Фируза», которую надо было срочно сдавать в издательстве. И герб вот как-то был не к месту. И герб у меня был параллелен в прямом смысле. На втором месте. Ну, нас 30 человек было, и каждый занимался своими вариантами какими-то. Ну, то есть было какое-то творческое задание, наверное, да, все-таки? Вот, да, придумать герб. Герб России. Все, мне было, конечно, очень стыдно, потому что все сидели, рисовали, они придумывали что-то. А я рисовал иллюстрации к «Фирузе». Потому что вот работа в издательстве, кстати, она очень дисциплинирует. Она, там сроки, вот ты умри, но в срок ты должен сдать. Потому что нет вдохновения? А за тобой стоит коллектив большой. Это вдохновения-то нет? Технические редактора, там печатники там и прочее. Кто поверит, что у этого раздолбая, извините, нет вдохновения в данный момент? Им же надо работать, им надо свои семьи кормить. Да. Высокая степень ответственности. Да, да. И поэтому я эту книгу, естественно, взял с собой. И я так украдкой, как сказать, я рисовал эти иллюстрации многочисленные. Но периодически приходил руководитель этой группы. И у вас был еще один. Я говорил, чем ты занимаешься? Тебя зачем пригласили? Я говорю, я сделаю. Но были интересные очень у нас там такие встречи. Геральдисты, историки. А до этого нас привезли к Ельцину, который был тогда председателем Президиума Верховного Совета. И он нам сказал: ребята, все равно мы вернемся к двуглавому орлу. Можете ничего не придумать. И к трехцветному знамени. И для нас это было как гром среди ясного неба. Потому что, кто в те времена, я говорю, на дворе СССР. А тут имперский символ. И правит КПСС. А тут вдруг председатель Президиума Верховного Совета говорит: ребята, рисуйте двуглавого орла. Вот. Ну и пришлось, всем рисовать уже орла. Но орел царский, он должен, конечно, отличаться от современного российского. Орел орлу рознь, как говорится. Да. Вот. И все переключились, начали рисовать двуглавого орла. А геральдисты вот приходили, что они рассказывали? Что должно быть на гербе изображено? Так интересно. Они рассказывали историю, символ, вот этот двуглавый орел, который имеет очень длинную и глубинную историю и очень много символизирует. И особенно для России, которая одна голова на восток, другая на запад. Да? Там, очень много вот этих вот таких символов. Ну, и люди продолжали уже рисовать этого орла в разных вариациях. Какие вариации были? Мне вообще, на самом деле, интересно, до того, как вам сказали... Просто мне тема очень интересна, да? Скрывать не буду. До того, как сказали, что нужно все-таки вернуться к двуглавому орлу, какие были варианты у художников? Ну, вы можете представить, что... Медведи они рисовали. Допустим, двуглавый орел, который вместо... Допустим, вот был один вариант, который там мы ржали просто от смеха, который вместо скипетра и державы, Серп и молот, пытались растить, да.
Вот. Были еще какие-то такие смешные варианты. Были варианты, когда просто убирали вот эти все какие-то царские там короны, гербы. Там, которые, да, вот эти гербы там как-то, вот, то есть какие-то такие переработки были. Я в это время продолжал делать философов. Вы занимались своим делом. Да. А интереснее было трудиться, когда вас не ограничили, что вот мы рисуем все дружно орла. Когда был вот этот вот полет фантазии, или когда все-таки уже обозначили вам границы и рамки? Человек издательству, иллюстрации. Нет. Фируза. Да, да, да. Нас собрали на 2 месяца, да? И ровно через 2 месяца у меня срок сдачи этой книги. Понимаете, у меня не было никакого запаса времени, когда я приеду в Казань и буду делать ее. И поэтому продолжал ее делать. Но, наверное, так устроено, наверное, ну, может быть, сознание художника или еще что. Если тебе попала бацилла какой-то темы, идеи, задачи, и она у тебя развивается внутри организма, она растет, она уже не денется. Да, я делаю одно, я делаю книгу, но в это время у меня созревает герб. Вот. В итоге я в последнюю ночь перед просмотром я сделал 5 вариантов. Но вы же обещали сделать. 6 вариантов я сделал. Вот. Герб был крайне не похожий на все остальные. Мне очень нравился орел, который в Бундестаге, в западногерманском. В стиле такой. Да, да, то есть такой вот он именно плоскостной, он дизайнерский, он обобщенный, там ничего нет лишнего. Очень графичный. Да, да, помните, да, там такой вот он. И я где-то вот примерно в этом духе я сделал вариации вот этого двуглавого орла, в котором была половина синяя, половина красная на белом фоне, например. И я стилизовал до предела, до, можно сказать, до главного принципа графического дизайна. Это любое изображение должно выдерживать самое максимальное уменьшение или минимальное уменьшение. Ну, то есть, вот этот герб может быть вот такой. То есть, масштабирование, да? Миллиметров. Он должен читаться. Да, да, да. Это главный признак и главный закон, наверное, дизайна, потому что если вы это помещаете на ручку, например. Чтобы не было там непонятное, да, размытое, да, пятнышко. Да, вот видишь, все картинка понятно. Должна читаться, да, одним словом. Да, да. Вот. И у меня получился такой. В общем, все нормально. Выставились. Все, уехали по домам. Через несколько месяцев в Союз художников приходит благодарность от имени Ельцина. Мой, один из моих вариантов отмечен в числе 5 претендентов. Лучших, да, вариантов герба. Вот, то есть из 30 человек, которые у нас были, значит, вот он 5 отметил. Вот. Ну, дальше там началась вообще интересная жизнь. Потому что началась перестройка. Значит, рухнул тогда Аэрофлот, если помните, вот он какое-то время он распался на какие-то отдельные компании маленькие, там и появились частные компании авиационные. И однажды я в программе «Время» вижу сюжет по поводу новых авиакомпаний, которые появились как бы в Новой России. Вот. И показывают крупным планом самолет, который выруливает с этой посадочной полосы к зданию аэровокзала. И во весь фюзеляж у него мой герб, вот, мой орел. Вот тебе а раз. А вы-то и не в курсе. Да, да. И как дело закончилось? Закончилось, конечно. А до этого, кстати, вот эмблема авиалинии Татарстана, это я делал. Вот. То есть у меня на самолетах уже были мои изображения. А тут... Один в один, это мой герб, и он направо на фюзеляже самолета. На другой день я побежал в агентство по авторским правам. Ну и на меня ушат холодной воды вылили. Спрашивают, у вас договор был на создание герба? Докажите, да, что это вы. Естественно, не было. А каким образом, что вы там, как, какие, почему вы делали-то?
Я рассказал. Говорит, так у вас был художественный руководитель? Я говорю, да. Так это работа ваша не самостоятельная. Хитро. Я говорю, так он вообще не участвовал и не видел. Хитро. Но по закону, если сделано в группе, в которой есть руководитель, то как бы все права у этого руководителя. Вот не зря вы там фирузой занимались. Да, да. Мне вот такой вопрос интересно вам задать. Когда вы видите свои работы, свои логотипы, что вы ощущаете? Ну, спустя годы вот. А, знаете, я и до сих пор встречаю. Я не сомневаюсь нисколько. Да. Ну, какое-то приятное чувство. То есть есть такой, да? Да. Эх, моя работа. То есть вот 10 лет назад... Нет, не 10, больше. Когда я был очередной раз в Турции и в Стамбуле, я ожидал посадки на самолет на Казань, и вдруг на этих мониторах раскрылись эти, ну, вот эти, я не знаю, экраны, и на всех вот это моя эмблема. И вот целый ряд мониторов с моей эмблемой авиалинии Татарстана. Мне так было приятно. А никто не знает. А вы, кстати, как вот себя больше относите? Вы все-таки художник или дизайнер? Или разницы никакой нет? Или все-таки отличается художник от дизайнера? А знаете, я не различаю. Дело в том, что вот у нас, наверное, как-то утеряно то понятие художника, которое всегда было в мире. Яркий пример художники эпохи Возрождения. Или наши в России мироискусники, например. Это художники, которые могли одновременно заниматься живописью, графикой, сценографией. Многостаночники, так сказать. Костюмы, да. Вот. Вот вы в Ватикане были, нет? Не доводилось. Нет. Завтра вылетаем как раз. Да, там стражники в таких черно-красно... Оранжевые что-то оранжевых, еще. Да. Гвардейцы. Да, да. Это по эскизам Рафаэля. Да, вот Рафаэль дизайнер, как вот... Как... Или художник. Нет, если на современный манер, да. Дизайнер. Да. Модный лук у ребят. Да, да. Вот. А сколько архитектурных сооружений, да? Даже вот в Италии приплываешь в порт Чивитавекке, такой есть, и мощные укрепления, там крепость вот эта, береговые укрепления, они все сделаны по проекту Микеланджело. То есть вот кто он, архитектор? Многостаночник. Да. А давайте да. мы из Италии, из Ватикана вернемся. И поэтому для меня это пример просто. Вернемся, понимаете? Сюда, к нам, в Казань, к очень талантливому дизайнеру, художнику и к очень интересной выставке, на которой сейчас у нас, пусть немножко виртуально, есть возможность побывать. Смотрите. Шагнем на выставку, друзья. В Национальной художественной галерее Хазине открыта персональная юбилейная выставка, посвященная 70-летию Григория Эйдинова, живописца, графика, мастера плаката, книжной иллюстрации и дизайнера. Я больше всего ценю, конечно, то, что он искренний человек, его подлинность, то, что он не боится, и не то, что не боится, он не может фальшивить. Потому что если он будет фальшивить в жизни, он будет таким же фальшивым или с фальшинкой в творчестве, в искусстве, а это он никак не хочет. За спиной великого мужчины всегда есть не менее великая женщина. Супруга Григория Львовича вдохновляет его и помогает во всех начинаниях. Мы не просто понимаем друг друга, мне кажется, мы даже мыслим уже одинаково. И хотя я от искусства, в общем-то, абсолютно далека, но... Бывает, что, ну, идею какую-то подаю, все-таки бывает, да, такое, что, и, ну, наверное, как бы это странно ни казалось, первый критик – это я у него. Выставка – событие по-настоящему семейное, утверждают дети художника. Они знали, как это важно для отца, и очень ждали этого события. Я думаю, что весь его характер, весь вот его внутреннее состояние, оно отражено как раз на этой выставке. И у него, наверное, нет вот каких-то стандартных пейзажных, натюрмортных картин. Практически каждая картина философская.
Григорий Эйдинов не только художник-универсал, он и человек универсальный, талантливый не только в художественном искусстве. Как преподаватель Казанского филиала Московского академического художественного института имени Сурикова воспитал не одно поколение талантливых художников. Он жизнерадостен и оптимистичен. И вот этой своей харизмой он дает нам такой заряд бодрости. Для студентов это очень необходимо. Милейший просто человек в общении. Очень интеллигентный, умный и прекрасный профессионал, прекрасный педагог, один из наших любимых преподавателей в институте. Он на самом деле для студентов на многое готов. Он организовывал летние практики. Мы настолько вот до сих пор вспоминаем с такой любовью, с теплотой. Как можно успеть столько сделать, спросите вы. Талантливый человек талантлив во всем. Приходите и вы посмотреть на работы Григория Эйдинова, полные радости, солнца и надежды на будущее. Опять же, разные техники. Вот. Я больше заметила, что, судя по тем цветам, которые вы используете в картинах, вы очень сам радостный, позитивный человек. Ой, ну, вообще-то к этому надо, наверное, стремиться, к радости, да? Ну, то есть человек рожден, в принципе, для радости. И, согласен. К сожалению, жизнь дает слишком много поводов не для радости, но то, что в себе, наверное, закладываешь, то и ощущаешь, и передаешь другим. Вот как мы сейчас ваши картины показываем параллельно. Наблюдаем, любуемся. А, это вот этюды, это в Сербии. А я хотела спросить, много времени в деревне летом проводите? Это интересно. Это город Шабац в Сербии. Ну, это вообще история. Это ночью под фонарем. Это вилла Альбеа, где мы жили. Это вообще среди хуторов, деревень. Угу. А это вот, это, знаете, Знаменка рядом с Яранском. Здорово. Вот. Здорово. Это этюды. Это все, то, что сейчас показываю, это этюды. То есть это такой выход на пленэр, да? Так да, это, да. Мне это понравилось, ночь под фонарем, главное, чтобы без фонаря она была. Вы же еще и преподавательской деятельностью занимаетесь. Да, да. Кого учите, чему? Расскажите. И как, главное, учите? Да. Ну, началось у меня с преподавания в художественном училище. Меня, можно сказать, затащили насильно. Я сопротивлялся. Пришлось. Много лет. Я не, да, а это, почему так не хотелось? Ну, я не ощущал себя педагогом. Понимаете, это все-таки... Дело в том, что у меня жена педагог. Вот, и я видел, как она уже четвертый десяток, она живет вот, жизнью этих своих детей, учеников. Что она ночью сидит с какими-то планами, с какими-то там проектами, что у нас все разговоры сводятся, я знаю и учеников, я знаю, кто, чего и как. И я подумал, к моим, ко всем нагрузкам еще и я такое же болото рухну. Вот. Но получилось так, что в художественном училище не было преподавателя, и родители сами пришли ко мне и попросили. И тут вы не устояли. Да, а так как родители были очень уважаемые мной люди, вот, художники, причем, я говорю, ну вы сами идите преподавайте. Нет, мы не сможем. Значит, я пошел, вот, где-то года три я проработал, и открылся филиал Суриковского института в Казани. И часть педагогов училищных перешла в институт. И это уже на новом уровне, на новом как бы вот понимании искусства и обучения искусству. И здесь сказал, что ну, очень интересно. Интересно было уже в училище, но в институте было еще как-то интереснее. В том плане, что мы могли уже готовить студентов на уровне выставочных работ, на уровне конкурсных, на уровне того, что делают профессиональные художники. То есть подтягивать уже вот к этому уровню, к последнему, можно сказать. Вот. И результат, он, конечно, радует. Вот, ну, про этот институт мало кто знал. И фактически почти конкурса и не было, когда мы набирали первые вот эти года.
и брали людей, можно сказать, почти с улицы. Кто захотел, пришел, да? Вот, да. Оказался в нужное время, в нужном месте. Они сдавали экзамен, вот, который был, можно сказать, почти формальным, почти. Вот, и почти все проходили. А дальше мы начинали работать вот с этим материалом, так сказать, во многом сырым. И, наверное, радость вот педагога в том, что мы из этого мы могли к концу шестого курса дотянуть до уровня основного института московского. Там, где набор, это 8-10 человек на место. То есть конкурентоспособность такая. Да, да. То есть там выбирают лучших из лучших, мы берем всех. Но в итоге, те, кто дошли до диплома, они на том же самом уровне, что в Москве. И когда московские вот эти профессора спрашивают у нас, как вам удается это, мне неудобно сказать, что, ну, ребята, вы бываете у студентов там раз в неделю или в месяц, а мы весь день с ними, понимаете, и хочешь не хочешь, все равно они воспринимают и берут это. И вот даже результат. У меня было два выпуска, вот в прошлом году и позапрошлом, графики. 12 человек, 6 и 6 защитились в Москве. Они получают дипломы Московского художественного института. Там слово «Казань» не фигурирует нигде. И вот 12 человек защищалось, из них 10 человек получили пятерки за дипломы. Из них 5 человек получили золотые медали Академии художеств. В истории Суриковского, по-моему, еще не было такого. Это вот ваши, да, это мои, вырастили. Да, вот, да. Вот. Я горжусь неимоверно ими. Да. Да, это, наверное, та радость педагога, который, ну, я делюсь им какими-то, допустим, темами. Который, может быть, я бы сделал, да. Григорий Львович, пусть они делают. Нам сейчас тоже нужно снова поделиться интересными темами с нашими. Да, клип-чарты, шрифты, слоганы. Одним словом, реклама прямо сейчас. Шипче, моя шипче. Очередь идти. Я пропускаю. Отлично. О, наконец-то. Вот сейчас лучше не стало. Жизнь засверкала новыми красками. Уверена, коллега? Так, ну, предположим. А мы знаем, что еще и мистические аспекты. Случайности в вашей жизни не случайны. Бывают, да. Их очень много, в принципе-то. Ну, наверняка есть очень яркие, очень запоминающиеся моменты. Один из случаев, вот описан в моем рассказе, вот здесь вот, «Родник в Шушарах». Его, кстати, можно найти в интернете, вот набрать в браузере «Родник в Шушарах». И вот этот рассказ о том, как я в детстве, когда мне было 5 лет, я попал в усадьбу Боротынских, в Шушарах, деревня Шушары в Высокогорском районе. Это старинный дом. Я первый раз был вообще. Это дача от детского садика. И вот я все лето жил с другими детьми в этом доме, который находился на вершине горы. Под горой был родник. Там вода прямо как из пожарного бронзбойта шла. Такой колоде деревянной, она протекала с дикой скоростью, с такой, выходила дальше в канаву и вытекала в казанку, проходила через поле. И вся жизнь вот этого пионерского, там был пионерский лагерь и детские дачи, они находились вокруг этого, как жизнь проходила вокруг этого родника фактически. Вкусная вода, там можно было пускать кораблики, там, ну, много чего. На следующий год я снова там же жил, в этом доме. Проходит 20 лет. Я уже служил в армии. Ну и меня пригласили мои знакомые. Уехали на картошку студенты. И они меня пригласили, значит, навестить. Вы так далеко к мистике-то подводите. Да. Издалека начали. С мистикой нельзя, неуважительно. Я нагрузил рюкзак там.
приезжаю в эту деревню, это Закадышево, а их перевели в другую деревню. А в этом колхозе, в совхозе, 5 деревень. И я весь день обходил эти деревни. И где-то на закате я вышел к роднику. И у меня было ощущение, дежавю такое, что я же был на этом месте. Угу. Но я начинаю вспоминать, ну, здесь же был дом, например, там и все это. Я спросил проходящего такого мужичка, я говорю, а здесь дом был? Он говорит, да, был, говорит, разобрали, бревна хорошие были, разобрали, значит, там никто не жил. И я понял, что я пришел снова на это место через 20 лет. Проходит еще 20 лет, значит, мы взяли участок в садоводчестве, «Оптимист», название такое. Какое хорошее садоводчество. Да, да. Значит, самый первый, там колышки забиты, все это, еще никакой инфраструктуры нет. Надо где-то воду взять. Мне соседка говорит, а сходи вот там через речку, да, там есть усадьба Боротынских, угу. Вот там есть родник. Я взял ведро. И опять на то же место. Да, и пришел снова опять на это место. Понимаете? Что ж вас на это место тянет-то все время? 20 лет, в 20 лет я как по кругу ходил все вокруг этого родника. Ну, я считаю, что это, в принципе, мистика, потому что я же не знал ни в первый раз, где жил 2 года, ни во второй раз, что было на этом месте. И только в третий раз я узнал, что это усадьба детей. Вернее, там жили дети, внуки и прочее Боротынского. Вот. А потом, когда я еще прочитал Ольги Ильиной «Канун восьмого дня», где она описывает жизнь как раз в этой усадьбе. И все... Это, можно сказать, уже пятая ваша встреча, да, с этим и местом. И все сошлось, да. А тем более... Тогда же я еще встречал тех стариков, которые помнили Боротынских. Представляете, вот, ну, они детьми были, но они помнили последних Боротынских, которые жили там. Вот. То есть вот это мистическое, да, и, в принципе, таких вот много случаев. Даже вот с этой выставкой, кстати, вот, которую mm-hmm. сейчас показывали, там у меня есть большая работа, «Мастер Маргарите» посвященная. О, ну, это вообще, да, с мистикой сами постоянно. Знаете, да, и... что это опасно вообще и с этим. И спектакли очень тяжело ставят. Да, да. Угу. Там этот коллаж, как бы такой большой, вот я сделал, он в длину 2 метра и высоту 1 метр. Ну, стоял у меня в мастерской, все нормально. Привезли туда в галерею, повесили на стену. Мне звонят, значит, работа покоробилась. Я говорю, как покоробилась? Я приезжаю туда, она вот так вот выгнутая пропеллером. Угу. Ну, мы ее сняли, там кое-как стянули сзади, там все это выправили, повесили. Через день ее снова выгнуло. Я разрезал подрамник, угу. Там хороший деревянный подрамник, я его разрезал, чтобы ослабить напряжение. Вот это... скрепил заново, все, повесили, прекрасно висит. Через день. На другой день все повторилось снова. Опять ее все свернуло, эту работу. И в итоге что, пришлось ее с выставки нет, убирать? Нет, она висит, но мы сзади прибили вот такую доску. Про ваше упрямство в начале программы мы уже говорили. Да, это мистика, смотри у меня. Прибили вот такую доску. Железными уголками в стене. Доска держит вот эти вот. То есть сейчас вроде бы пока не выгибается. Я так заглядываю иногда, смотрю, вроде бы... Понимаете, вот, а мысль возникает, да, у вас? А чё ж его так скручивает-то? Да, вот ощущение, почему, да. Вот. Все остальные работы нормально, никто ничего... А ее вот как будто вот пропеллером вот так вот выгибает. А в домовых верите? Верю. Ну, не в домовых, но в какие-то силы. Потусторонние. Да, конечно. А как без них? А меня интересует, есть ли у вас какое-то еще любимое занятие, помимо искусства? Ну, творчество я не могу сказать, потому что ко всему можно подойти творчески. Может быть, вы любите моторы перебирать автомобильные? Нет, я любитель строить. Руками работать? Да. То есть у меня дача... Собственно, ручно построенная. Полностью от и до. Баня, бассейн, беседка большая, павильон, можно сказать. Дорожки бетонные. А как же художнику руки беречь?
Ну, вы к всему дизайнерски подходите, это понятно. Да, да, я, кстати, и студент своих учу, что... То есть вы строгаете, да, что художник должен быть художником во всем. И вот я почему я не разделяю ни дизайн, ни живопись, ни графику. Художник должен уметь все, если он художник. И я студентам говорю, вы даже грядки должны копать красиво, потому что, ну, вы сами видели, как многие вот там наковыряли, там натыкали, там... И все. А дальше, ну, вырастет, вырастет, не вырастет, не вырастет. Да? Состояние души это да. своего рода, да? И но, расти должно да, тоже но красиво, если, кстати. Да, но художник, он сделает какие-то, допустим, террасы на грядке. Я имею в виду террасы по высоте растений, например, да? От маленького там вот к высокому, да? Может быть, какая-то композиция. Какие-нибудь заборчики. Я сейчас представила, как художник пропалывает грядки. Некрасивый болгарский перец вон с грядки. Нет, он очень не той формы. Наоборот, мне кажется, художник засмотрится, как он играет на солнце особенно. Какие дает оттенки. Он очень красивый болгарский перец. Мы не про певца одного. Ну, я не знаю, у меня... Ну, у нас как бы разделение. У нас, в принципе, два участка рядом. На одном огород, на другом сад. Садом занимается жена. Там двухметровые лилии у нас там вот, выше человеческого роста. Там, ну, много чего. На моей стороне, на огородной, ну, по 20 сортов помидоров, например. Там. Ну, мне кажется, у вас и помидоры подвязываются на колоннаду, да, даже не на колышки. Ну, естественно, виноград, дыни, арбузы, это все вот произрастает. И много чего интересного, да, и поэтому, я не знаю, вот для меня перемена деятельности, например, во-первых, это движение, да, вот, при нашей работе, вот, за столом, там, или у мольберта, это сильно не подвигаешься, а здесь... получается такая летняя как бы зарядка на весь год. Ты весь в движении. А зимой можно снег убирать? Да. Ну, кстати, о движении. Может быть, какой-то вид спорта зимой вам? Лыжи, да, лыжи. Святое, да, святое. Святые вот. Лыжи, да. Как звучит. То есть это не всегда удается, но при каждой возможности мы с женой на весь день рюкзак и в лес. А любите собираться шумной компанией, приглашать друзей? Ну, петь песни, танцевать, я не знаю, это играть бывает, в бивол. Бывает. Тем более, я же на даче беседку, вот это, но я не называю беседкой, павильон, наверное, туда, ну, вот мы отмечали Серёбину свадьбу когда-то, и у нас было там 30 человек, вот, поэтому у нас знаменитая наша беседка, которую там все любят, и мы отмечаем там, и мои студенты приезжают отметить выпуск, например, там, и у жены... У моей, ее бывшие ученики, которые окончили школу уже там 20 лет назад, и они приезжают, собираются и приезжают, и мы с удовольствием их принимаем там. Нет, я считаю, что вот гости в доме это радость все-таки, и плохим людям ведь не ездят. Все верно, все верно. Григорий Иванович, незаметно снова пролетела наша передача. Очень. И, как всегда, всегда больше вопросов появляется вот, под занавес. Я предлагаю нам, как говорится, вскрыться все-таки, поглядеть, кто выиграл эту нашу партию. Я проиграла, так, подождите, да? А я-то закончил, смотрите. А, ну, значит, Лия, вы продули. Ну, я же сказал, у меня тренер. У вас нет шансов. Да, тренер мой маленький внук. Спасибо вам. Спасибо большое. Нашим телезрителям мы также пожелаем растить в себе любовь к прекрасному. Это действительно всегда прекрасно. Художественный взгляд на все вещи... И не на только вещи. Это очень художественно хорошо. Вот так у меня получилось. Всего доброго. Пока-пока. До свидания.